проходит заседание по безопасности дорожного движения на территории Ленинского района, которое проходило в конце прошлого месяца, была затронута тема слияния двух остановок на улице Советская в одну. Об этом в своем докладе рассказала начальник управления дорожного хозяйства, благоустройства и транспорта Вера Маркина. У нас есть остановка, расположенная вот вблизи социального института. Там у нас постоянные проблемы возникают с тем, что не всегда может транспорт подъехать, и рядом находится перекресток и светофорный объект. И вот как предложение сегодня тоже для рассмотрения на заседании комиссии, это как раз перенести остановку от института и ту остановку, которая находится возле торгового центра «Курс», к дому 2Б. То есть, по сути, она предполагается установить ее напротив остановки, которая на противоположной стороне. Сейчас остановка у института явно мешает беспрепятственному движению транспорта на одном из загруженных перекрестков в городе, пересечения улиц Советская и Школьная. Если этот автопавильон будет находиться чуть выше, да еще и располагать карманом, куда будет заезжать общественный транспорт, то заторов на участке станет меньше. Однако не все жители согласны с такой постановкой вопроса. Я в свое время сама добивалась, чтобы сделали здесь остановку. Поэтому как бы нежелательно, потому что сюда много ездит с Домодедовской, и с Домодедово тоже. Я думаю, что надо оставить. Между остановками большие перегоны, это очень неудобно, далеко. Мне тоже далеко получается от дома. Очень неудобно. Время тратится будет на дорогу. Так отвечали в основном люди в возрасте. У молодежи мнение другое. Вот лично мне, если честно, все равно. Я хожу на ту остановку, на другую, если она будет посередине, мне тоже это... Спасибо. Трудности не вызовет. В принципе, это неплохо, наверное. Оттуда близко, отсюда близко ходить. Ну, скажем так, удобнее будет. Да и вообще, в скором времени все остановки будут выглядеть иначе. Власти Московской области подготовили программу модернизации остановочных павильонов, которые устарели и стали портить внешний вид городов региона. Новые автопавильоны оформлены в едином стиле, имеют одну цветовую гамму, электронные табло с бегущей строкой, антивандальные стекла, на фасаде которых нанесены символы Московской области. Такие остановки уже появились в Красногорске и Сергиевом Посаде. Всего предстоит заменить около 13 тысяч павильонов. Юлия Погосян, Евгений Петров, Елена Кошелева, Видное ТВ.